Бандерская улица, дом 3Б. Вот вы писали. И нам ни ответа нет. То, что обещал. Обещали нам детскую площадку сделать, все заново там поделать. Да. И песочницу, и там, и качели. Эта площадка какие-то. Еще была Мостроевская, когда мы заселялись. Недавно обещали, мы ездили. Ничего не сказали, просто написали в тетради. Написали заявление, записали. Что у нас сняли лавочки, и все у нас это для детей. Боря, ничего кто нет. Кто писал-то? Пока вот ничего не делают. Одна тишина. Сняли, а сейчас и вторая куда такая еще? Сидит там. Никого они не слушать, не ничего сделать, не делать. Вы ведь все врете. А почему врем, когда пришли, мы сами очевидцы жизни? Сказали, вам поставили 4 лавочки. 4 лавочки а у нас их вообще нет. Мастер сказала. Они отчитали, что лавочек поставили. Где? Где? А вот нет. А вот где? Нет, нету. Не знаем где. Вот. Вот на бумаге. Как вы снимаете? Детскую площадку. О, это привет. Передавай. Путин! А какой это канал? Это газета «Звездный бульвар». Объявление даем. Даем объявление. Кому нужна кошка за 800 рублей? Кошка с синими глазками. Красиво. Девочка. Вот с черными пятнышками такими. Приезжайте на Белосерскую 3Б и заберите кошку, потому что кошка не может без еды и без воды. Пока. За 800 рублей.